Заречный готовится к большому спортивному празднику. Организацию городской массовой лыжной гонки обсудили на совещании в городской администрации. Участники заседания рассмотрели вопросы материально-технического обеспечения, план проведения соревнований, обеспечение безопасности горожан и содержание развлекательной программы. Участники массовой лыжной гонки по традиции будут разделены на несколько категорий по возрасту и уровню спортивной подготовки. Одним предстоит преодолеть дистанцию 2,5 километра, другим в два раза больше. Стартуем в направлении улицы Озерска с улицы Ахунской, потом пересекаем проезжую часть и уходим с вами в лесной массив. Лесной массив мы поднимаемся прямо по освещенной трассе и уходим влево к старой освещенной трассе, которая была, то есть в сторону гаражного кооператива, и финишируем здесь. Детские сады традиционно у нас стартуют от Ахунской до пересечения с улицы Озерской. Там они разворачиваются и приходят на место старта. Для того, чтобы принять участие в городской массовой лыжной гонке, необходимо пройти регистрацию. Это можно сделать двумя способами. Один из них – отправить заявку на адрес электронной почты, указанный на экране. На сегодняшний день подали 6 трудовых коллективов заявки, и 42 человека в индивидуальном порядке зарегистрировались по электронной почте, на наш электронный адрес школы, подали заявки. Также регистрация будет проходить на месте стартовой поляны с 10 утра. Любой желающий может подойти и зарегистрироваться. Будет стол регистрации у экрана. Мы приглашаем всех жителей города, независимо от возраста. Мы готовы зарегистрировать всех желающих. Проведение городской массовой лыжной гонки в Заречном запланировано на 13 февраля. Первый забег стартует в 11 часов 20 минут. Церемония открытия состоится в 11:45. Старт самого массового любительского забега на дистанцию 2 километра начнется в 12 часов 10 минут. Наталья Елистратова, Владимир Полищук, телерадиокомпания «Заречный».